Всем привет! При покупке IP-камеры в основном приходят IP-камеры с включенной функцией DHCP, то есть автоматическое присвоение IP-адреса роутером. Сейчас покажу на примере один из случаев, когда нужно присвоить конкретный IP-адрес IP-камере, то есть выключить функцию DHCP, чтобы у нее был конкретный IP-адрес. Это один из случаев, когда камера у вас подвязана к вашему домашнему видеорегистратору системы видеонаблюдения. На примере вот этой камеры. Сейчас у нее включен DHCP, и я иду, отключу, перегружу роутер. То есть мы сделаем пропадание питания, и затем появление электроэнергии, и раздачу IP-адреса, IP-адресов роутером. В приложении для IP-камеры можем мы увидеть вот ее данный, на данный момент IP-адрес 192.168.0.113. При настройках видеорегистратора можем мы тоже эту информацию увидеть. Вот она, 12 канал, 113. Также в Internet Explorer в поисковой строке 113. Отключаю роутеру питание. Постепенно камеры, картинки камер пропадают с мониторов. Подключил питание роутеру. Камеры начинают по очереди прогружаться, регистрироваться в домашней сети. И вот как раз та ситуация, когда камера не прогрузилась из-за того, что IP-адрес камеры уже 116. А в ячейке у нас забит 113. Поэтому просто нужно будет зайти в меню, в каналы, в меню установщик и опять вот перенастраивать 12-ю, к примеру, ячейку. Удалять данные камеры по IP-адресу 113 и вводить вот она уже на 116 адресе. 116. Опять вводим пароль. Применить. И вот камера появляется. Поэтому в данном случае лучше, как я уже сказал, закрепить за IP-камерой ее IP-адрес, по которому видеорегистратор будет ее находить в домашней сети и забивать в ту ячейку, в которую вы настроили. Поменяться IP-адрес может не обязательно при пропадании питания роутера по каким-либо другим причинам, но факт остается фактом. Как присвоить конкретный IP-адрес IP-камере, я показывал в предыдущих своих видео. По настройке заходите любой IP-камеры, я там все это дело показывал. А на сегодня все. Всем удачи и до следующих видео.